Сегодня многие люди в своей жизни прогоняют от себя Спасителя мира Иисуса Христа. Они как бы говорят: «Ты нам не нужен, Христос. Мы не хотим жить по Твоим заповедям. Мы хотим жить так, как мы хотим». И вот однажды один человек, гнавший в своей жизни Иисуса Христа, изменил свою жизнь. Христос пришел к нему и сказал: «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». И вот эта песня, которую вы сейчас услышите, которую я написал, она как раз о том, что люди своими грехами гонят Иисуса Христа, прогоняют любовь, которую Он хочет дать каждому человеку. Лица, взгляды, люди эти на большой земле, планете. Нет, Христос, ты нам не нужен, без тебя намного лучше. Будем грех мы пить, как воду, падший ангел дал свободу. Делать все, что хочешь на земле. Эй, браток, дай уколоться, не хочу я видеть солнце, оно светит прямо в душу мне. Что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня? Я хочу дать любовь для тебя, для тебя. Я хочу дать любовь для тебя, для тебя. Что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня? Крым, Рим, огонь и воды. Ты прошел, но сейчас не в моде. Гонки, ломки и девчонки, миражи в пейзаже тонком. Мир земной, большой театр, Люцифер в нем оператор. За кулисами все гладко, шито-крыто, все в порядке. А в глазах все так же пусто, нету места для Иисуса. Я боюсь тебя, распятый, уходи, я виноватый. Что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня? Я хочу дать любовь для тебя, для тебя. Божий Сын на кресте за грех мира распят. Что ты гонишь Христа? Что ты гонишь Христа? Что ты гонишь Христа? Взгляд пронзительный и острый, мои жилы, мои кости вздрогнули в мгновение ока. Снова небо за решеткой, и пошло опять по новой. Белый лебедь, здравствуй снова, белый лебедь, красный берег. Ты направо, ты налево. Снова шконка, снова пайка, тень стальных фигур в фуфайках. Надоело жить до боли, вскрою вены, хочу крови. Что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня? Я хочу дать любовь для тебя, для тебя. Я хочу дать любовь для тебя, для тебя. Что ты гонишь меня? Что ты гонишь меня? Что ты гонишь Христа? Что ты гонишь Христа?